большому сожалению, на сегодняшний день практика показывает и выход, что те площадки, которые находятся на улице, они уже сколько, это третий год их оператор работает, никаких улучшений нет, только ухудшение. Может быть, еще и туда и возите все организации, которые не хотят платить и согласно законности вытаскивать этот мусор. Но на сегодняшний день площадки, которые находятся в черте города, они не очень наглядны в состоянии. Теперь то, что касается по многоквартирным домам. Ну, почему этот вопрос на сегодняшний день возникает? Когда начали работать рекоператоры, мы также обещали все золотые горы, все у нас будет хорошо, да, за счет средств рекоператора были приобретены контейнера, но, к большому сожалению, те контейнеры, которые присутствовали, всех убрали, новые пришли. И вот на сегодняшний день, как бы, на эти же грабли не ступали, пришла новая организация, к большому сожалению, как бы, другой закрос говорит, необходимо поменять полностью контейнера. Пошли менять. Ладно, что беды, они поменяли. Завтра возникает вопрос, сегодня уже возник вопрос. Две недели тому назад мы собирались, они как бы пришли в день. Никаких движений без согласования рекоператора не надо проводить. В любом случае это коснется там, для населения и, естественно, ажиотаж. Но однако все по рукам как бы прижали, сказали, все, делать ничего не будет. Буквально проходит две недели, опять начинается. Контейнеры вытащили на улицу, обратно не вывозят, ссылаясь на том, что эти законы как бы обязаны управляющей компании. Ну, насчет договоренности тоже как бы я не согласен. Договариваться не надо, надо поступать в рамках закона. Если вы считаете о том, что управляющая компания не права, то давайте как бы на поле юридической плоскости обсудим. Пусть прокуратура поставит нас как бы, если мы не правы, на правильный рост. Но бандитские методы, что сегодня мы это делать не будем, вы делаете сами, она как бы неправильная. Моя позиция со стороны многоквартирных домов. У нас есть площадка, которая утверждена Росреестром. Вернее, мы продали вам Антошу. С этой площадки должна вводиться ТКО. Есть организация, которая вывозит, он должен будет вывозить. Другие вопросы, там, перетаскивать, передергивать или снимать кого-то.